День добрый, друзья. Сегодня у меня Galaxy S3 замена дисплейного модуля. Телефон включается. Вот видите, подсветка внизу загорается. Экран темный. Здесь у нас вот трещина идет через экран. На этих моделях, когда происходит поломка экрана, то чаще всего экран просто тухнет. Нет рисунка разбитой матрицы за счет того, что экран очень тонкий и дисплейный модуль идет одним целым. То есть стекло с экраном склеены специальным силиконом. Разбираем телефон. Вот так вот выглядит новый дисплейный модуль. Тачскрин, экран, рамка. Вот она, видите, проклеенная. Новая. Оригинальные дисплейные модули. Цена по Европе составляет, цена такого дисплейного модуля, порядка 100 евро. На данный момент. Ну вот, за счет того, что запчасть оригинальная, очень качественная, никаких проблем никогда у нас с ними не было. Меняется очень просто. Достаточно иметь крестообразную отвертку, и каждый, у кого есть такой телефон, для того, чтобы поменять дисплейный модуль, достаточно просто переставить все составляющие на новый дисплейный модуль, что мы сейчас с вами сделаем. Займет это не больше 10 минут. Достаточно заказать новый модуль и сделать все самому. Сняли заднюю панель. Снимаем черный болтик, который держит материнскую плату. Кабель антенны, вот он, видите, я его снимаю. Отложили в сторону. Наклейку с номером ИМЭ сразу переставляем на новый модуль. Забыл проверить, я заговорился. Ничего страшного, сейчас проверим. При снятии из задней панели всегда проверяйте новый модуль, подсоединяйте к плате и проверяйте, рабочий ли он. Просто, как я уже сказал, никогда не было никаких проблем с этой моделью, поэтому, в принципе, можно смело менять, не проверяя. Снимаем шлейф боковых кнопок. Идет заодно с верхним динамиком. Вот в этом месте, где я сейчас его снимаю, он приклеен на двусторонний скотч. Аккуратно снимите ему, вот так он выглядит. Далее снимаем переднюю камеру с датчиком. Ну и, в принципе, все. Остались только кнопки звука. Выдавливайте их вот таким вот образом с внутренней стороны. И кнопка включения то же самое. Сняли. Переставляем на новый модуль. Кнопка включения. Кнопка звука. Передняя камера. Сразу его закрутим этим болтиком, широкой шляпкой. Установили. Далее шлейф, боковые кнопки и громкоговоритель с разъемом установили на свое место. Тут есть пазы.
ставили. Обязательно попробуйте клик. Все нормально. Далее ставим плату с антенным кабелем в свой канал аккуратно. Можно ее, видите, я ее не отстегивал, можно не отстегивать ее. Застегнули шлейф, разъем дисплейный. Закрепили плату болтом, единственным она крепится здесь внизу, где я сейчас закручиваю. Далее разъем камеры, разъем шлейфа. Верхний динамик ставим. Застегиваем заднюю панель. Давайте проверим сразу. Включаем телефон. Сейчас телефон загрузится, проверим тач. И, в принципе, на этом все. Болты все одинаковые, задние панели. Ничего перепутать невозможно. Вот видите, все работает. Ну, как видите, сложного ничего нет. Буквально за 7 минут мы поменяли модуль. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.